Всем привет, друзья! Вы на канале Play Jackson. До выхода FIFA 18 остается чуть меньше 2 недель. Чтобы скрасить это время, я выжимаю все соки с мода детская команда FIFA 17. Я начал карьеру задеток в 3-м дивизионе Англии, но мне показалось этого мало, и я решил попробовать свои силы в РФПЛ. Больной ублюдок! Посмотрим, что с этого выйдет. По своему опыту работы в этой команде я могу сказать с уверенностью, что самая проблемная зона у меня — это вратарь. И самым правильным решением будет поменять на огромного правого защитника. Итак, первый наш матч — это Краснодар. Едем в гости к краснодарским пацанам. Слайд, что-то я очкую, если честно. Думаешь, прокатит? Надеюсь, что дебют у нас удастся. А там посмотрим, как с самого начала прессингуют нас ребята с Краснодара. Команда очень сильная, я думаю, они будут в лидерах. Так, пас, но не доходит, к сожалению, на Джеймса Хантера. Это фол. Безусловно, это фол. Ну, подавать я не вижу смысла, нужно разыгрывать. Давай, пробивай. Удар. Ух, первый опасный момент. Сразу же ответочка, ну, вратарь, вот о чем я говорил. За счет своего роста он тащит, а стоял бы по стандарту наш вратарь, был бы уже гол. 45 минут просто были сухими. Отличная передача. Как же он увидел своего игрока. Прострел и... Отлично. Нам везет. Еще один удар. Вот и вратарь. О чем я говорил? Он реально тащит. Очередной угловой. Удар. Повезло. А вот здесь уже не повезло, конечно же. Сколько за каких-то 15 минут было таких моментов. Подача. И вратарь просто в неимоверном сейве. Как же он отбил здесь. Просто памятник ему нужно ставить. А если бы еще на 0 отстоял, это было просто прекрасно. Так, удар. И вот только похвалил и пустил под мышкой. Еще один момент, идентичный. Проход по флангу и перекладина просто нас спасает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, это конец. Такой вот у нас дебют, не самый успешный, но тем не менее Краснодар очень сильная команда. В данный момент мы на самом дне таблицы, но это только первая игра. Следующий матч нам уже предстоит дома. Выпустим свеженьких игроков. Играть будем против Терек Грозный. Приедут серьезные бородатые ребята. Главное, чтобы мои малыши не испугались. Фух, ну удачи нам. Прорыв по флангу. Фланги — это у нас самая болезненная на данный момент зона. После того, как флангового защитника поставил я на ворота. Вот здесь момент, отличный пас. Прорвать Джеймс Хантер 1-0. Просто круто. Как же он там протиснулся, как танк. Но это он умеет. По такому-то телосложению. Дедуля просто в отличной форме. Вот здесь пас прекрасный. Как он успел левой ногой протиснуть этот мяч. Просто шедевр. Так, выйти немножко вратарем. И вот, отлично. Он выходит, перекрывает буквально все ворота. И это круто. Момент опять. Удар, как же вратарь вывернулся и отбил под мышкой почему-то. Но сейв был прекрасен. Ну же, отлично. Ага, прям во вратаря ударил. Такие моменты нельзя просто так просеивать сквозь сито. Их нужно использовать. Какие у них Джеки Чаны в команде. Так, это первая победа, ребятки. Всех поздравляю с ней. Судья продажная! Ничего себе!
серьезным соперником, как я думаю. Ну, для нас все серьезные соперники. Итак, следующий матч. Локомотив. Посмотрим в таблице, на каком они месте. На 12-м одна ничья у них с двух матчей. Всего-навсего. Ну, не густо. Все же у нас серьезные соперники. На красивом стадионе Локомотива мы будем играть. И ух, Майкон прорывается. Да, будет тяжело нашим ребятам сегодня в защите. С такими-то соперниками. Пас, прорыв, вратарь. Ой, это первый такой тревожный звоночек, что нужно быть аккуратней у своих ворот. Опять прорывается Фернандеш. Так, прострел и завершение. Ну, здесь просто шикарно навозил. Ну и прострел. Буквально на блюдечке все вынес. Только забить. Отличный пас. Убирает и... Ну, здесь защитник сыграл на высшем уровне. Так. Крутит, вертит. И зачем же фалить? Ну реально, просто выбесил. Так. Ну, ожидаемо. Терять нечего, 2-0. Первый тайм. Нужно играть, играть и еще раз играть. Давай, Джеймс, пушечку свою, да. Проверил грудак соперника. Уже второй тайм сейчас начнется. А мы летим 2-0. Прорыв очередной и повезло, что не успевал нападающий наших соперников. Удар! Вратарь! Великолепная реакция у этого парня. Момент. Да. Краснодар нас хоть как-то жалел, а эти просто нависают со всех сторон. Все, нужно завязывать с этим матчем. 9 ударов против моих 3. Локомотив нас полностью переиграл. Великолепная команда. Так, делаем тренировку и приступаем к последнему на сегодня матчу. Будем играть против Томска. Где же эти ребята в таблице? А вот я уже вижу, они на 14 месте. Одна ничья. У нас немножко дело круче, у нас одна победа. Сыграем по схеме 3-5-2. Посмотрим, что с этого получится. Это не лучший матч, конечно, для экспериментов, но эту команду нужно побеждать. Прорыв. Ой, как отлично корпусом малыш оттиснил просто соперника. Так. Так, какая у нас тики-така получается. Прорыв, Джеймс Хантер, 1-0. Вау! Вот это было жарко! Отлично, просто отлично. Так, эйфория после забитого прошла. Нужно собраться и не пропустить хотя бы. А в идеале еще забить! Давай, Хантер-младший, решай! Ну, сколько у него моментов? Так, подача. Пробить или пас? Ну, не пробить и не пас. Отлично. Так. Ой-ой-ой-ой-ой! Фух, спасибо тебе, вратарище. Еще пас, решай. Вратарь, удар, го! Угу. С ленточки буквально достал. Ой-ой-ой-ой-ой. Нам бы эти 20 минут простоять и дополнительное время продержаться. Это финальный свисток. Второй матч дома мы побеждаем, превратив свой стадион в свою крепость. Всем спасибо, ребята, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мы уже в середине турнирной таблицы. С вами был Play Jackson. До новых встреч. Пока.